Здорово всем, ребятки, давненько мы с вами не уменьшались. Опа! А что с голосом-то? С голосом-то что? Верните нормальный голос! В общем-то да, сегодня мы продолжим играть в игрушку под названием Супраленд. Давненько мы не играли, я не понял, а где мой шарик? А где мой шарик? Чё меня сюда-то откинуло? Ладно, через верх пройду. Опа, через верх прошел, аккуратненько тут перепрыгну сейчас. Опа, перепрыгнул. Прыжочек, пирожочек. И погнали, еще стрелять буду по всем. Е, дверь у нас открыта, я не понял, почему она меня откинула назад. Отсюда у нас шарики вылетают, и мы заходим в нашу супер-пупер ребусную комнату. И вот как сюда попасть, что тут? Ага, я понял, сюда можно будет шарик закинуть. Давайте сразу этим займемся. Запрыгиваем сюда, да, я сказал, запрыгиваем сюда, проходим. И сюда выкидываем наш мяч. Опа, все, мячик выкинули, он у нас внутри. Перепрыгиваем обратно. В этой серии я постараюсь не тупить. Не люблю тупить в играх. What the fuck is this? Что это такое? Что тут происходит? Тут какая-то желтая кнопка. Сейчас как выстрелю в тебя. Опа, ему понравилось. Забираем шарик. А зачем это все было? Зачем? В чем суть ребуса, надо разобраться. Эта штука у нас переворачивает трубы. Окей, значит, вот так вот. Это начало. Она должна залетать, вылетать сюда, пролетать туда и аж вон туда залетать. Окей, тут можно что-то нажать, тут тоже можно что-то нажать. О, здесь можно красное активировать. Давайте сначала выкинем шарик. И теперь опа. Нажали на кнопку, и мне это ничегошеньки не дало. Забираем шарик обратно, идем обратно. Тут у нас какая-то хренота, которая вот сюда такая бла-бла-бла-бла-бла делает. И она, наверное, поднимает вот эту вот штуку. Ага, и там внизу что-то есть. Окей, принято, понято. А как мне в трубу мячик-то закинуть? Прям взять, что ли, и выстрелить в трубу? Но это не выглядит надежным планом. А, наверное, вот так вот. Так, стреляем сюда мячиком. Он отскакивает и не попадает в трубу. По какой-то причине, почему ты в трубу-то не залетел? Эта кнопка что делает? О-о-о, она поднимает. А зачем? Возвращаем обратно, ставим тут куб и нажимаем еще раз. И опачки. А все равно непонятно, а зачем? Зачем эта сложная схема? Наверное, чтобы попасть вон туда. Но как туда попасть? Это вопрос, конечно. Чтобы туда попасть, нужно забраться вот сюда. Чтобы забраться сюда... Черт знает, что нужно, чтобы сюда забраться. Фиг знает. Нужно вот выстрелить шариком в эти трубы чертовы. Откуда эта труба вообще? Идет откуда-то оттуда. Мне что, теперь в обход идти полностью? Вот так вот, что ли, это все сделать? И куда у нас он вылетит? Он у нас вылетит обратно в красную фиговину. И что-то толку в этом ноль. Надо понять, куда идет эта чертова трубка. И там наверх можно как-то залезть, но непонятно как. Вот отсюда как-то можно залезть наверх. Но пока что непонятно, как это все работает. И непонятно, зачем вот эту вот штуку крутить. Ну, предположим, я вот это вот закрою. А, давайте выстрелим. Опа. Что ты активируешь? Объясни мне, что ты активируешь? Я не понимаю. Сложные ребусы. О, нашел какой-то лайфхак. Вот тут что-то есть. Взрываем, взрываем. Заходим, и тут у нас ключ. Зачем мне ключ? Который можно еще заспавнить. Окей, у нас теперь есть гребаный ключ, который нужно куда-то, блин, вставить. Ну, замечательно. Еще больше вопросов, на которые нет ответа. Просто супер игра. Я тебя обожаю. Ключ-то вставить никуда нельзя. У меня появилась мыслишка. Так, 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 так. Вот этот желтый шарик у нас активирует прыгательную платформу, да? Ой. Их так неудобно заряжать. Вот сюда. Да, он активирует у нас прыгательную платформу. Окей. Я понял. Смотрите, тут активируем. Я думаю, это должно сработать. Теперь стреляем куда-нибудь сюда. И он отскакивает вообще не туда, куда надо. Так, попытка номер два. Стреляем. А чё он внутрь-то не пролетел? Теперь точно все должно сработать. Опа. Да, он все время не туда. Так туда, так туда. Как внутрь-то попасть? Чё за бред? Окей, еще одна попыточка. Стреляем и отскакивай. Да, так, ладно, попробуем более сюда, в бок. Yes! Я смог это сделать. Эта кнопка у нас должна активировать. А что? Что она должна активировать? Эту прыгательную платформу навсегда она должна активировать. И мне, наверное, надо вон туда. Я ж головой стукнусь и не долечу. Ну ладно, давайте попробуем. Давайте. Раз. Два, три. Нет, допрыгнул, все супер. Теперь вон туда нам надо. Хотя, может, туда. А туда я не залечу, наверное. Ну ладно. Так, раз, два, три. И yes, я смог залететь сюда. Так, пол ребуса пройдено. Теперь сюда. Раз,
И все. А, вот сюда ключ нужен, окей. Мы выстреливаем вот сюда. Опа. Хлоп-хлоп-хлоп. И шарик куда-то не туда вылетел, куда надо. Но это не проблема. Ключ, ты идешь со мной. Вот. Открываем дверцу. И что у нас тут? О май гад. Что началось-то? Так, эта штука у нас как активируется? Давайте по проводам погуляем, посмотрим. Ага. Давайте выкинем шарик вот сюда. Шарик, жди тут. Мне нужно вот отсюда прям выстрелить просто. И все. Проблема решена. У меня пушка недостаточно крутая, чтобы расплавить тут все. Так, ты... Черт возьми, шарик. Уходи, теперь я тебя убью. Ты чё, попал по мне? Мразота ты такая. Вот так, умри. В скрытой комнате на уровне ниже есть кнопка, которая открывает эту дверь. Вы чё, издеваетесь, что ли, блин? Опять можем все крутить. Замечательно. Теперь сверху можем все крутить. Просто, блин, супер. Тут нажмем на кнопку, откроется вот эта дверь. Ага, и там еще какие-то лайфхаки. Ладно, черт с ними, с этими скрытыми дверьми. Пойдем дальше решать ребусы. Так, проходим сюда. Это у нас что делает? Снизу что-то, наверное, активирует. Ладно, пусть будет в этом положении. Идем дальше. И что-то скучно. Одни ребусы какие-то сложные начались. Нам шарик, что ли, не нужен? Так, шарик, полежи вот на камушке аккуратно. Если что, я тебя заберу. А мы стреляем вот сюда. И сейчас я должен выехать. Так, не понял? Они влетают куда-то туда. Ага, я понял, зачем там крутить. Они влетают туда. И потом они должны нажать на кнопку. А кнопка у нас где? Наверное, кнопка тут. Давайте попробуем в таком положении. Выстрел. Ждем. И... О, yes, мы поехали вверх. Решил еще один ребус. И вот он, синий камень. Вот он, МакГаффин. Наверх мы запрыгиваем с помощью нашего куба. Есть, МакГаффин, я иду. Ох, опять огромные локации. Тут мы можем все перекрашивать. Вон туда нужно предмет закинуть. Я думаю, туда нужно будет желтый шарик закинуть, который мы найдем на этой локации. Где желтые шарики? О, это для паркура? Или нет? Для чего это так все разложено? Может, там секретик? Нет, секретиков никаких нет. И это очень странно. Так, дай мне подсказочку. У тебя есть все, чтобы решить эту головоломку. Вот такие у тебя подсказки, да ты, блин, офигеть, подсказывальщик чертов. Все еще проще, чем я думал, мне только нужно где-то взять карточку. Братан, а у тебя нет случайно свободной карточки? Где она тут валяется? А где карточка? Она что, я не заметил, она где-то валяется, что ли? Где карточка-то? Где карточка? Карточка, алло, привет, карточка. Ну мы стреляем красной вот сюда, у нас перекрашивается, да. А карточку где взять, чтобы перекрасить ее? Чё-то я понятия не имею, где взять карточку. Может, надо туда как-то запаркурить наверх, и там будет карточка. Давайте попробуем. Так, наверх. Наверх, и теперь... Раз, два, и вот они карточки, да, окей. Найти вас было не так уж и сложно. Раз, два, и раз, два. Вот это просто спидран прохождение. Ставим сюда и перекрашиваем. Все супер, карточка у нас теперь краснючая, как моя башка после этой игры. И проходим, есть, еще одна головоломка решена. Yes, все, открыли, берем карточку с собой на всякий случай. Проходим, а чё, вниз надо прыгать? Надо прыгать вниз. Мне не нравится эта инициатива, ребята. Но я все равно прыгнул вниз. Ай-яй-яй, больно ударился. Так, чё в сундуке? В сундуке! Пряжка парения позволяет парить рядом с металлическими поверхностями. Легкие металлические предметы притягиваются. Окей, понятно, что ничего не понятно. А, вот, металлические предметы, они притягиваются. Выключаем, проходим. И тут у нас секретная зона. Нашел еще один секретик. Господи, как я давно секретов не находил. Урон от меча более крутой. Это супер. А где мне надо парить? А, вот здесь мне надо парить. И смотрите, я запариваю просто наверх. Опа, видали, как умею? Видали, как умею? Ну давай, пари, 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 что ты? Нет, 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 притягивайся, пари наверх. Я сейчас дойду до синего кристалла. Вы посмотрите. Я уже рядом с ним. Ау, 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 аккуратно. Так, мы запрыгнули сюда, а что нам это дало-то? Тут нет никаких секретов. Что, возвращаться обратно, что ли? Все? Это и есть очередной МакГаффин? Ой, хватит, хватит парить. Успокойся, братан. Вот сюда сейчас запарим наверх. Смотрите, как умею теперь. Парим наверх. Я супермен! Но я не вижу в этом смысла. Так, запрыгиваем и парим отсюда к чертям собачьим. Так, выпарили отсюда, выключаем эту штучку. И теперь мне нужно идти к королю синих. Я могу теперь парить! Я парю! О, мы залезли наверх! Вау!
И вот он наш синий кристалл. Как он красив, как он потрясающий. Есть у нас тут какие-нибудь секреты? Ставим куб под себя, запрыгиваем, и тут у нас есть какие-то секреты внутри. Конечно, есть. Но мы идем к королю синих. Еще б вспомнить, где он. Мне бы какую-нибудь карту или что-то типа того, а то я запарюсь. Долетел до монеточек. Я собрал немного монеточек. Ой, тут два босса новых. Так, вас издалека нужно гасить, я помню. Ой, даже не два, а три. А чё вас так много-то развелось, а? Нифига, вы растете, я смотрю, да? Можно как-то вас мечом погасить? Вот мечом, с жопы мечом всех загашу. Ай, у меня здоровья очень мало. Ай-яй-яй, убегаем, нужно немножко покушать. Покушцаем и немного постреляем. Так, ты, чё ты закрываешься тут, а? Сыкло чёртово, тогда я тебя мечом зарублю. Думаешь, я тебя не зарублю? Я тебя зарублю и тебя тоже зарублю. Ау, он меня все равно прибил, подонок! Ладно, спокойно. А, смотрите, они испарились, их больше тут нет. Подохли, да, только монеты после себя оставили. Вот так вот вы, да? Запариваем наверх, и наверху у нас ничегошеньки нет. Какой бред. Ладно, упариваем отсюда к чертям собачьим. Нам здесь ловить нечего, мне нужно в деревню синих. Ой, посмотрите, тут врагов развелось. Ай, ты чё в меня стреляешь? Ау, больно-то как? Так, тут мы все еще ничего нового открыть не можем. Мне нужно в деревню. Я могу запарить вот сюдашеньки. Да, я хочу запарить туда, игра. Так, запариваем и... Есть, прыгаем. Е-е-е. А как туда залезть? Давай, нет, я скатываюсь. Нельзя скатываться. Пари, братан, пари. Наверх, нам нужно наверх. Хочу на крыше монетки. Давай, как-нибудь придумай что-нибудь. Ну что ж ты такой слабак-то, ну? Ну ведь так круто начинали, а теперь ты как лох себя ведешь. Ну блин, ну так не делаются дела. Так, тут желтый шарик нужен. И смотрите, какая там огромная монетища. Хочу собрать огромную монетищу. Вау, собрал огромную монетищу. Пойдемте сопрем шарик, чтобы открыть быстрое перемещение и купим себе пару новых плюшек. Так, эй, хочу купить разрушитель щитов. И что это такое? Скорость восстановления снарядов тоже куплю на всякий случай, пусть будет. Явно не лишнее, и он у нас испарился. И смотрите, еще тут какая-то штучка наверху торчит. Непонятная штучка. Так, ты будь тут. И ау. Ты меня вот, ты откуда взялся вообще? Прилетел нежданчик в башню. Ты тоже сдохни. Противников очень много заспавнилось, пока меня тут не было. Обалдели они все что-то. Даже не обалдели, нормально так прифигели они. Смотрите, еще какой-то секретик. Эй, а как внутрь-то залезть? Дверь закрыта, там нужно кнопку нажать. А, я знаю, как кнопку нажать. Так, стреляем, нажимаем. Все, кнопку нажали, дверь открыли. Заходим и забираем секрет. Что у нас тут? Регенерация здоровья плюс 5. Ну, нормальный такой подгончик, хороший бонус, мне понравился. И здесь какая-то желтая труба. Окей, сюда нужно выстрелить желтым шариком. Окей, я знаю, что мне нужно идти в деревню, но я хочу тут немножко поисследовать. И хочу еще вон туда залезть. Еще там какой-то чувак стоит, он явно мне хочет что-то полезное сказать. И что происходит, когда ты падаешь с края той песочницы, в которую ты веришь? Он использует невидимые стены, чтобы помешать нам туда добраться. Опять эти шизофреники со своими теориями, нет? Нет, я вам не буду верить. Этот мир явно создал не какой-то мальчик, вот точно не он. Так, берем желтый шарик и сейчас быстренько, хопа, и стреляем вот сюда. Да. Ах, обожаю эту игру. Просто мемная игра, очень мемная, блин. Так, давай внутрь, вот, ровно в центр цели. Да. Чё внутрь-то отскакивает? Чё это за прикол? Это отсюда шарик будет вылетать? Да твою-то мать. Да, это отсюда шарик будет вылетать. Хопа. И он полетел. Интересно, я смогу допрыгнуть до сундука своими силами? Раз, два. И нет, не могу. Ну и черт с ним. Так, где деревня? Где грёбаная деревня синих? Вот тут деревня красных, я вижу. А где деревня синих? Она, наверное, где-то там. Я, кстати, не затестил, что у нас делает быстрое перемещение. Давайте затестим. Оле, оп. И мы полетели куда-то вот сюда. Отчет толку. Класс, я куда-то врезался. Просто супер. Спасибо, игра, тебе большое за такой крутой подарок. Я думаю, здесь суть в каком-то секрете. Так, может, туда куб надо поставить или что? Нет. Ладно, черт с ним, пойдем в деревню. Хотя вот тут я еще могу наверх забраться. Сюда какой-то провод ведет. Давайте заберемся наверх. Я мастер головоломок. Хопа. Так, тихо, выключаем. В
Включаем. И новое быстрое перемещение, черт знает куда у нас активировалось. Его мы тоже затестим обязательно. А, это в деревню красных. Нет-нет-нет, мне нужно в деревню синих игра. Ты меня неправильно поняла. Ладно, переместимся в деревню красных. Вау, так она тут, за углом. Здесь нам ловить нечего, здесь только одна бочка осталась. Все как-то бесполезно. Но вроде как отсюда я смогу переместиться в деревню синих. Вот прям отсюда прыгать. И прямиком в деревню синих. Да, вот она, деревня синих. Мы до нее наконец добрались. Битва с тобой меня абсолютно не интересует. Теперь мне вроде нужно к фиолетовому кристаллу. Так, я пришел, мать. Че? Милый, это прекрасный голубой МакГаффин. Теперь, пожалуйста, получи из фиолетового кристалла и возвращайся сюда. Да черт твою мать! Давай как-нибудь так перескочим. Ну давай, ну что-нибудь придумай, мать. Ну что я должен фигней какой-то страдать? Так, я к этой штуке притягиваюсь. Замечательно, вот это круто. Через эту штуку я смогу перемахнуть с помощью своего нового изобретения, украденного у других. Опа, пересек. Они сказали, что погремушка вернулся. Может, сначала найдешь еще улучшение перед тем, как встретиться с погремушкой? Да не нужны мне никакие улучшения. И так нормально, братан, и так сойдет. Где погремушка? Сейчас я его вынесу. Ты встречал парня с большим жестким диском? Он охраняет очень мощное улучшение. У тебя есть чем стереть диск? Вроде вот этой штукой можно стереть диск. Что это произошло? Что тут происходит? Походу, нам нужно возвращаться к чуваку с жестким диском, потом ломать его диск и получать какие-то улучшения, чтобы победить погремушку. Вот так вот все это работать теперь будет. Так. Тут нам не пройти, и тут опять какие-то огромные сложнейшие ребусы. И тут огромная локация, вы только посмотрите на ее масштабы. И вот тут вот у нас есть какой-то ребус с секретиком, так. Все, топ, поднялись наверх, и что у нас тут? Тут мы можем пройти вот сюда, во-первых. А во-вторых, вот сюда мы можем пройти, ставим куб. Я сказал, ставим куб под себя, хотя ладно, я на тебя уже запрыгнул. Да. Раз, два, три, давай, 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 давай. Раз, два, три, все, смог запрыгнуть. Включаем наш МакГаффин, и мы здесь. Зачем-то. А, я понял, это мы открываем. Тут мы активируем. Сюда мы ставим куб, я сказал. Вот куб ставим. А зачем? Сюда что ли, чтобы стрелять? Да, чтобы стрелять. Чтобы стрелять мы это открыли, но сюда тоже ведь нужен тогда куб. Или я смогу сам сюда встать? Давайте попробуем. Сами становимся, стреляем вон туда. Оно отскакивает, потом отскакивает туда. А там почему перестало работать внезапно? Эй, чё за прикол? Стреляем, она отскакивает, и мы открываем. Есть! А что я этим открыл? Что я этим открыл? Вот так, тут секретика, чё я его не заметил? Воу, сколько монет, круто-то как! Воу, вот это куш, вот это я понимаю, приколюха. Давайте посмотрим, что мы открыли. Так оно сундук и открыло, господи, чё я так протупил? Оно сундук-то и открыло. Так, нам нужно идти теперь аж вон туда. Тут у нас противники, мы их добьем. Вы сдохните, сдохните, сдохните все, ненавижу вас всех. Всех убью, давайте, по одному, вот так, разнесу, я берсерк. Все, супер, всех разнес. Давайте посмотрим на фиолетовый кристалл сначала. О, у тебя, ого, какие они дорогие. Регенерация здоровья большая, вероятность критического урона, урон от пушки, максимальное здоровье 150 стоит, скорость восстановления снарядов 190 стоит. А чё так дорого у тебя все? Я так понимаю, там нас ждет босс. Но с боссом мы сразимся уже в следующей серии, а если ты хочешь, чтобы следующая серия вышла как можно скорее, обязательно поставь лайк. Ну а также подпишись на канал, если ты до сих пор не подписан. Ну и не забывай, что с тобой сегодня был Фокс Нео. Увидимся!